пожалуйста, разберитесь шире и начинаем заниматься. We not do that on that's cute. Okay. And the left hand and here. Левая рука, кулак, левой ладони. And и опускаем. And учуке inside block. Внутренний блок, учуке. And inside block. Inside block. Jodan. Jodan duke. Jodan. Jodan duke. Empty uchi. Empty uchi. And and Juke, Jordan, Shudan, and Pius. And you point a 45 degree angle. И под углом 45 градусов по диагонали. Back stance, cock sudachi. Задняя стойка, cock sudachi. Gaken. Gaken. Juke. Juke. Step in Maegeri. Майки шаг вперед. Джу-джу-ке. Джу-джу-ке. Ни-кик. Удар коленом. Бадачи. 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 Садика. Джу-ке. Джо-дан. Джу-дан. Импьюз. Джу-ке. Джо-дан. Джу-дан. Thank you. Black M. YouTube K. My lady. YouTube K. Niki. Ubadachi. 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 It's an adventure show. And and step as well as the skill and fair hand as far as I eat as far as I eat. Okay, one more time. Fast movement. Fast movement. Very important voice. Очень важно быстро двигаться в этом ката. Not going forward. Не идти вперед. For application for this kumite. Применение для кумите. I go straight forward. Если иду прямо вперед. For example, кизамидзуки. Например, кизамидзуки. Going straight forward. Straight forward. Going, your power is going forward. Тогда сила идет вперед. But the first movement this way. В первом движении здесь сила идет вниз. And you relax the shoulder. Расслабляем плечи. And relax your knee. Расслабляем колени. And your weight going. И вес идет вниз. Опускаем вес. Not going forward. Не вперед. So using this kizamizuki, I try to go forward. Когда делается кидзамидзуки, стараемся идти вперед. Step in punch. And I, this time I did, went this direction. Да, теперь вниз. Now I go this direction. Теперь forward, вперед. Forward. You are I'm not using my weight. То есть здесь во втором случае он не использовал свой вес. And this time I go this direction. Когда он идет вниз, и расслабляет колени. You use your weight. Используешь вес тела. Like this. Расслабишь колени. Like this. So, relax your shoulder, knee. Плечи и колени расслаблены, выполняется первое движение. Relax. And stay going this way. И движение вниз в направлении. Не вперед. So, that is the going this way. То же самое яжские. Ощущение, вес идет вниз. Колени расслаблены. Going this way. То же самое. Much faster. Это намного быстрее. Okay. Расслабили колени и плечи. You use the weight.
и используем вес тела для удара. But like this. Like this. I'm going this way. Расслабленно. Не вперед, а вниз. Сансай ката is same thing. You're going this way. Ката сансай постоянно используется это действие. Not forward. Движение не вперед, а вниз. Going this way. This way. So your speed will be more faster and powerful. Это помогает сделать движение более быстрым и более мощным. Хайто is target eye. Хайто выполняется по глазам. This is for here. For competition, we try to make better, so we хайто this way. But a lot of people go хайто this way, but in real, то есть для соревнований выполняется на среднем уровне, но настоящее применение – это атака класса. Если вы знаете настоящее предназначение, то не важно, бьете его в среднем уровне или в верхнем. Но вы должны знать, для чего это движение. И с этого действия то же самое, что по Якобе. И целимся в подбородок. Я буду. Атака тоже. Когда я иду вперед, то же самое время выполняется в моей мере. Target here. Целимся опять. Но другой, не в середину, а в печень. Не в центр, а под руку. Step back. Шаг назад. You step back. So, target from same. Stop and step back. И опять иду вперед, и противник выполняет навстречу туда. For the competition. Для соревнований. Для соревнований такой вариант. Try to same at the same time. Try to target here. You can stop the move. Этим движением можно остановить противника. Если удар в живот, удар может проскользнуть. So to stop your opponent, чтобы остановить противника, очень важно прицелиться именно под руку. And the same time. Удар к разворот. Thank you.
Your front leg step a bit forward. Шаг левой ногой вперед и прыжок. Помотаем. Еще раз посмотрели. Дюдюге. После бока. Руку сюда. Шаг правой. Шаг левой. Thank you.